В правительстве сегодня наконец объяснили, почему жамбылским фермерам до сих пор не компенсировали ущерб от засухи. Этим летом урожай потеряли почти 400 хозяйств региона. Деньги же получили чуть больше половины. К нам приезжала комиссия из министерства. Фотографировали, снимали на видео, документировали все. Потом приезжали областная комиссия. Все то же самое. Потом районная. Все собирали, кучу доказательств и документов. А по итогу мы ничего не получили. Почему? Что еще сделать? Как нам получить компенсацию за наши засохшие поля? Фермеры в гневе даже штурмовали акиматы. Они потеряли гектары подсолнечника и свеклы после того, как закончилась вода для полива. На тот момент Казахстан исчерпал все оговоренные ресурсы из кыргызских водохранилищ. В итоге от засухи в регионе пострадало почти 400 крестьянских хозяйств. Чиновникам даже пришлось объявить ЧС местного масштаба, а на возмещение ущерба выделить около 4 миллиардов тенге. Но часть этих денег, оказалось, зависла в воздухе из-за бумажных процедур. На сегодняшний день освоено 1,7 миллиардов тенге, 246 хозяйств получили. То, что там они выходили, есть нарушение в документах у них, у самих. Поэтому они не могут получить сегодня. Если они исправят, устранят все эти свои нарушения, без проблем они получат. В списке 392 тысячи. Еще 2 миллиарда надо осваивать денег. Мы даже переживаем, освоим или нет эти деньги.